первой части смотрим, показывала подробнее. Стаканчик неразливашка стоит 200 рублей, блокнотик вроде бы 100. Ну, так еще кое-что по мелочи в фикс-прайсе покупали. Блестяшки вот эти меня не очень, конечно, впечатлили. Но гранат вот этот такой прикольный рисунок понравился. Что тут? Что тут типа тоже гранат? Это как зернышки граната. Ну, лучше бы они были не блестящие. Ну, зато цена вот такая вот. Кстати, пластик совсем не пахнет. По блокнотику. Что тут такого показать-то вам? Блокнотик как блокнотик. Просто мне нужно именно как книжечкой было расположение, чтобы я знала, какая страничка зачем идет. Все, всем здоровья, активности, бодрости. И чтобы ваш труд действительно оплачивался, а не так, что большой объем работы, хоть она и интересная, и большая ответственность, а зарплата маленькая-маленькая. Пусть будет все соответствовать. Всем добра!